Здравствуйте, дамы и господа, уважаемые любители, профессионалы боевых искусств. С вами Роман Карасев, вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо» и нашу постоянную рубрику «Библиотека боевых искусств», в которых в этой рубрике мы рассказываем о различных книгах, изданиях, журналах, научных исследованиях, опубликованных в различных печатных изданиях. И сегодня вашему вниманию я вас познакомлю с тремя журналами. Это даже не журналы, а специальные материалы, изданные в таком журнальном формате. Это документы, лекции, научные исследования, которые читались и продолжают читаться в рамках научно-практической конференции, посвященной памяти профессора, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера РСР Чумакова Евгения Михайловича. Такая конференция научная проходит в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма постоянно, уже много лет. И я был участником этой конференции много раз. И вот сегодня я хочу познакомить вас с тремя такими сборниками. Ну, для того, чтобы вы, наверное, просто знали и могли иметь представление, что, во-первых, проходит такая научная конференция, и по окончании этой конференции выпускается такой сборник докладов и лекций, материалов. И вот давайте мы пройдемся буквально по таким сборникам 16, 17 и 19 годов. В описании к этому видео я напишу, в принципе, подробно об этой научной конференции и дам ссылочки на организаторов, с которыми можно, я думаю, будет связаться и, возможно, как-то приобрести или получить такие сборники. Итак, еще раз давайте я напомню, что это сборник лекций и материалов, которые читаются и которые присылают, значит, в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера РСР профессора Чумакова. И конференция называется, научная конференция, «Интеграция науки и практики в единоборствах». Что же в этих сборниках? В этих сборниках размещены, еще раз хочу напомнить, да, как я сказал вначале, материалы лекций, научных исследований в области единоборств. Это и самбо, дзюдо, карате, фехтование и много-много других видов и стилей направлений по различным темам. И философские темы рассматриваются, и психофизиологические процессы, и педагогические, психологические, и есть статистические исследования. В принципе, сборник очень хороший для тех, кто непосредственно занимается научной деятельностью, кто пишет научные работы, кто занимается исследованиями в области боевых искусств. Вот, допустим, у меня сборник за 2016 год. Есть также в этих сборниках такие исторические документы, допустим, научно-методическое оснащение советской школы спортивной борьбы. На примере борьбы самбо доклад на соискание звания профессор. Это документы, доклады, которые делал непосредственно Евгений Михайлович Чумаков. Вот
здесь также напечатано. То есть это можно и исторические документы посмотреть. Много очень информации и материалов, которые печатает и постоянно выступает на этой конференции известный историк боевых искусств Алексей Горбулев. Мы, кстати, рассказывали в нашей рубрике «Библиотека боевых искусств» о его книгах, которые он издает, печатает. Есть много интересных исследований и по реабилитации. Поэтому такой сборник, вот он из года в год все шире и шире становится. Вот 2019 год, он становится еще шире. Ну вот я скажу, в 2019 году сборник насчитывал почти 300 страниц. Вот. Что касается, еще раз хочу прочитать. Вот, допустим, здесь есть аннотация к этому сборнику. Всероссийская конференция с участием, научная, практическая конференция молодых ученых, интеграция науки и спортивной практики в единоборствах проводится с целью развития и совершенствования научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта, воспитания научно-педагогических кадров, развития международных дружественных научных связей, пропаганда среди обучающейся молодежи, стремление к научной деятельности, увековечение памяти профессора кафедры борьбы ЦАЛИФК, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Евгения Михайловича Чумакова. Направление работы конференции – различные аспекты теории и практики единоборств. Издается этот сборник Российским государственным университетом физической культуры. И хочу еще пару слов сказать об инициаторе и таким движущим механизмом этой конференции. Им является Сергей Евгеньевич Табаков, заслуженный тренер России, известный в мире самбо-личность. Он является исполнительным директором Международной федерации самбо. Сергей Евгеньевич Табаков много лет уже проводит эту конференцию и постоянно издает вот таких сборник таких материалов, которые были зачитаны. Многие из этих лекций и материалов уже стали на самом деле научными трудами. Люди, кто читал эти лекции, стали кандидатами педагогических наук, докторами наук. Поэтому я рекомендую вам, возможно, где-то, ну, я ссылку оставлю, но, возможно, в интернете можно найти вот такие сборники, и они всегда очень полезны иметь, их очень полезно иметь под рукой для тех, кто изучает боевые искусства, занимается научной деятельностью. Итак, это сборник материалов научно-практической конференции «Интеграция науки и спортивной практики в единоборствах». Я вам продемонстрировал три таких сборника, на самом деле их достаточно больше, поэтому рекомендую такой сборник.